славят Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и по веки веков. Господи, и высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Благословен Бог наш, всегда ныне присно и помолись о нас, Владыко. Да исправит Господь стопы ваши, да помянет вас Господь Бог в Царстве и Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Всех и воинстве я Господу помолюсь. О граде сем, всяком граде, стране и герою живущих в них, Господу помолимся. Недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся. Thank you.
виноград сей и утверди, его же насади, десница твоя. Всякую язю в людях.
Иерусалима Иудеи и со оного полу Иордана. Узрев же народы, взиди на гору и сечу ему, приступишь к нему ученицы его, и отверз уста своя учаше и глаголя. Блажены нищие духом, як у тех есть царствие небесное. Блажены плачущие, як у те утешатся. Блажены кротцы, як у те наследят землю. Блажены алчущие и жаждущие правды, як оти насытятся. Блажени милостиви, як оти помиловани будут. Блажени чисти сердцем, як оти Бога узрят. Блажени миротворцы, як оти Сынови Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, як у тех есть Царствие Небесное. Блажени есть те, егда поносят вам, и ждемот и рекут всяк зол глагол, но вы лжуще мне ради. Радуйтесь и веселитесь, як вам мзда ваша много на небесе. Господине и Отце нашим святейшим патриархе Кирилле и его Господине нашим высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Православный, и у Создателя Святого Храма Сего, и у всех прежде бывающих, и даровать ей мир, и безмятежие любовь, и согласие в церкви, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся о еже благосердием и милостью, презрите на Святую Церковь Православную и сохраните ее от разделений и расколов, от вражды и нестроений. От сродних своих, в одноблении сущих, умолитесь, но скорое примирение. Аминь. Помолитесь о оглашении, Господи, верные оглашены, помолимся. Да Господь помилует их, угасит их слабы. Да идти с нами слаб. Да идти с нами славят пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Елицы оглашение и зидите. Святы слава, чисти поклонение, Отцу и Сыну Святому Духу.
Святой Кришна, веки веков. Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевой Лавры, священного архимандрита и господина высокопреосвященнейшего митрополита Германа, да поминен Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и пресно и во веки веков. Священные митрополиты
епископы, епископы православные, весь священнический, диаконский, монашеский чин, и брича церковный, все честного настоятеля, протерия Игоря с братью и прихожанами святого храма сего, благоукрасители, благотворители, благовечители святого храма сего, зибающих, предстоящих и молящихся, вас, всех православных христиан, да поминен Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. И же пришли, и же на суд.
оставление грехов. Аминь. Подобие чаши по вечере хлеборят. Пить от нее все, сия есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая оставление грехов. Твоя утаим, тебе приносящая о всех и за все. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим. Просим чистовесную силу, бесхвалную службу, просим, молим, и милися тебе, и спаси твоего страны, и на прежде дары славы, так глубины, не отмени от нас, благодари нас, помощи в тебе. Я прежде Духа Твоего Святого, не отними от меня. Наших сегодняшних, 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 наших сегодняшних,
митрополита Германа и же даруй святым твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгодействующих, правоправящих слово твое истины. Помяни, Господи, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Волгоградского и Камышинского, его же даруй святей твоей церкви, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяща, слово твое я, истины. Господина нашего, Пресвященнейшего Феодора, митрополита Волгоградского и Камышинского, приносящего святые дары сия, Господи, Богу нашему. Воспевайте, причисное великолепие Твое, Отца и Сына Святого Духа, ныне присно веки веков. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением,
и сподобь имя неосужденно причаститеся, причисти твоих тайн, восставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечи твои тайны, месть Сыне Божий, причастниками прими, не во врагов твоим тайну поверю, не во взрание тебя мерка Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или в осуждение будет мне в очищение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела Твоего. Аминь. Подходя к чаше, руки на груди скрестите крестообразно. Перед чашей не креститесь и не кланяйтесь. Громко называйте свое православное имя. Благоговение исполняйте святые дары. Целуйте край чаши, как истинное прободенное ребро Христово, и отходите запивать теплотой, причаясь только те, братья и сестры, кто готовился, был на исповеди, но священник допустил. Широко открывайте свои уста. Тело Христово примите, источник обеспятых отпустите. Братья и сестры, тело и кровь Христова одно и то же в обеих чашах. Причайтесь и здесь, или здесь. Алексей, встречайте тоже. Давайте.
Пречистую и во веки веков. Аминь. А Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Истинный Бог наш молитвами причистая Своей Матери и живо святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда, Златоустога и славных всех вольных апостолов, всех святых в земле русской просиявших, и же и память ныне совершает, и всех святых помилуй и спасет нас, как и благ, и человека сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господу, бедите нам слышание святого Евангелия, Господу Бога молим.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость, прости, услышим святого Евангелию. Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помни. Во время уно по Иисусе и душе народе вносит от Галилеи, детей град и отца Иерусалима, и Иудеи, Саунага, полу Иордана, узрев же народе, взыди на гору, и седши ему, приступивши к нему, ученицы его, и отверз уста своей учаши и глаголя, блажене нищие духом, и готехи, и царство небесное, блажене плачущие готи утешатся, блажене кротцы, и готи наследят землю, блажене алчущие и жаждущие правды, и готи насытятся, блажене милостиви, и готи на помилование будут, блажене чистие сердцем, и готи Бога узрят, блажене миротворцы, Экоте и сыновья Божии навекутся, блажение изгнаний правды ради, Эготех есть Царство Небесное, блажение из тех, да поносят вам и жденут, и рекутся к зол глаголного, лжущими не ради, радуйтесь, веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем. Thank you.
Всех славных, всех хвальных апостолов и святых, земли русской в рассеявших, их же помощь молитвенно призывали, и всех святых помилует, и спасет нас, как и благ, и человека любит. Дину и отцу нашему, Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и господину нашему, высокопреосвященнейшему Феодору, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, с Богом хранимую их паствою. Богохранимой стране нашей России, народу, властям и воинству ее, настоятелю и прихожанам святого храма сего и всем православным христианам, подождь, Господи! Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое посвящение, и сохрани, Господи, на многое. Всех вас, возлюбленные Христе, честные отцы, братья и сестры, приветствую сегодняшним днем воскресным, днем памяти всех святых земли русской, просиявших. Сегодня именины у Русской Православной Церкви. Сегодня день ангела о русской земли. Мы чествуем всех ведомых и неведомых угодников Божиих, потрудившихся на земле русской. В канонических пределах Православной Церкви и Российского государства, или, может быть, за их границами, но на благо и процветание нашего Отечества. Как бы ни было много государств на лице земли, при всем внимательном нашем изучении мы найдем лишь только одно, которое именуют святым. От древних лет и практически до сегодня Русь святая. Ни Египет, ни Турция, куда любят ездить наши сограждане отдыхать, ни Европа, увы, и не Америка, ни даже Византия, сегодняшняя Греция, носит это великое качество святости, святой жизни. Почему Русь называли святой? Не потому, как некоторые думают, храмов на ней много, монастырей на ней много, икон различных древних было много. Вот и святая. Конечно, нет. Все вышеперечисленное лишь только следствие святости жизни,
русского народа. Жили свято, потому и Русь была святой. Хотя она и восприняла евангельскую проповедь позже Европы, той же самой Грузии, возьмите, и других стран, но так крепко любовь ко Христу укоренилась в сердце русского человека, что не выжечь ни огнем, ни железом, никак не выхолостить этот дух любви к Богу. Хотя мы видим, как стараются наши соседи из океана это сделать. Но каждый народ, как, в общем-то, и каждый человек, прочитывая какую-то книгу, будь это творение рук человеческих или священное писание, воспринимает близко к сердцу какие-то места наиболее для него важные. Воспринять все Евангелие в полноте – это участь совершенных, к которому мы, конечно, должны все с вами стремиться. И вот каждый народ, как и отдельный человек, как бы для тебя христианство воспринимает очень индивидуально, качественно по-особому. Какие-то моменты в учении Христа оказались наиболее близки ментальности тех или иных этносов. А что же близко нам, русским людям? Что пронзило наше сердце, сколыхнуло нашу душу, вот пленило этим сладким духовным пленом наш ум? Митрополит Антоний Суржский обнаруживает в первую очередь в русском человеке, вот в нашей великой нации, одно из первых качеств, которое свойственно нам на протяжении многих веков существования, это терпение. Насколько не просто терпелив, а долго терпелив русский народ. Это даже выходит в каких-то поговорках остроумных. Вот русский долго ждет, собирается, долго терпит, но если уж его разбудить, то берегись, и вся Европа, и весь тот мир, который растолкал спящего богатыря. Терпеть привыкли мы. И от 300-летнего ига Орды, и от других скорбей, и от плуга, и от сахи. И до сих пор русский народ терпит, возлагая свое упование всецело на Христа и на промысел Божий. Другое качество, которое русский человек особо воспринял от чтения Евангелия, это великое сострадание, уважение и почтение крестным мукам Христа. Христос страдалец, вот нитью красной через всю мысль русского народа и культурную, не только литургическую, но и литературную, проходит как некий нерв. И третье – это любовь. Любовь
к Богу, любовь к Церкви и любовь к ближнему. И эта любовь, заметьте, она имеет несколько другой оттенок, чем в других народах. Русские привыкли меньше говорить о любви, а больше делать. Потому что многословие теряется покаяние, теряется благодать. И помни твердо, русский человек, слова Христа Спасителя. По делам их узнаете их. И когда придет судить нас Сын Человеческий, Сын Божий, то Он будет нас судить не по словам, а по поступкам нашим. Каждый отдел своих оправдается, и отдел своих осудится. Но вот, что бы хотелось еще сказать об особенности русского народа и его религиозной жизни и любви. Наверное, нет в других странах, в других народах такого количества юродивых и блаженных, как в церкви русской. И их особенно всегда почитали. И Василия Блаженного, и Николая Качанова, и Ксенишку, и Матрону, и многих-многих, которых мы с вами не запомнили, не знаем, но которым была исполнена вся наша гремычная Русь. Ходили эти калики-перехожие по селам, по весям, по городам, в рубищах, лишенные крова, хлеба, принимая свой смертный час, порой где-то вдали от своей малой родины, в лесах, в полях, от рук злых человеков, разбойников и от клыков дикого зверя, или просто потому, что сердце уже не выдержало постоянно нести на ногах это бремя. Но вот, как мы читаем в житии одного святого, игумена Даниила Переславского, который имел такой обычай, благочестивый обычай своей жизни, правило ходить и собирать этих никому неведомых почивших и хоронить их в одной братской могиле, которая называлась тогда Божий дом. Божий дом. Вот для них последнее пристанище. Эти брошенные, как мы называем сейчас, бомжи, несвежепахнущие, в грязных ризах, от которых, казалось бы, отрекся весь мир, оказывается, святы перед Богом. И об этом свидетельствовал не только преподобный Даниил, но и все жители древнего Переславля-Залесского, видя по ночам дивное сияние над могилами этих никому неведомых, кроме Бога, усопших святых. Да сколько и сейчас среди нас святых бабушек и не только пожилых людей, но, к сожалению, становится их все меньше. Почему? Почему русский народ утрачивает сегодня свое предназначение быть солью земли и светом для всего мира? Потому что он потерял ориентиры, сбился, как корабль с курса. Маяк, который для него всегда был ярко горящим евангельской истины, то ли затухает, то ли пропадает в дымке
современных соблазнов. И вот мы, утрачивая корни, историческую принадлежность, свои жизненные ценности, так жадно смотрим на Запад, как на некий кумир, дающий всему миру нечто великое и совершенное. А что он дает? Он ложные дает нам ценности, которые нам ничего с вами не оставят в жизни, как горькое послевкусие, которое ярче всего почувствует человек после своей смерти. Вот выстроить свои духовные ориентиры по тем маякам духовным, которые открывает нам сегодня в праздновании Церковь Русская, наша задача, чтоб нам ту эстафетную палочку, крест Христов, не потерять, не опустить, а высоко держать над головой и не бояться страданий, не искать удовольствия в этом мире лукавом, помня о том, что все здесь пройдет, и ничего с собой ты не заберешь. Но все самое радостное, самое светлое ждет тебя впереди, в Царстве Небесного Отца. Он говорит о том, что приготовил нам удивительные обители еще до сложения мира. До того времени, как мы с вами родились, Он уже нам приготовил место для блаженного царствования вместе с Ним. Он говорит там удивительные вещи. Вы уже не рабы мне, вы мои друзья. Разве с рабами делятся о тайне? А я вам открыл всю глубину, всю тайну спасения человеческого рода. Все, что вам необходимо для спасения вашей души, вам открыто, чтобы вам царствовать вместе со мной вечно. Так неужели мы презрим это доверие к нам Бога? Неужели мы изберем временное благо вместо вечных? Временные удовольствия вместо бесконечных, духовных. Неужели мы отвернемся от Христа? Неужели мы забудем подвиг наших предков, благодаря которым мы сейчас живем и существуем, и еще называемся великой российской державой? Будем жить так, чтобы и на наших плечах новые поколения смогли утвердить державу российского престола. Будем жить так, чтобы не было стыдно ни нашим предкам, ни нашим потомкам. Будем жить, молиться и трудиться так, чтобы все другие народы могли сказать: «Да, Русь святая и поныне». Будем помнить слова, запечатлим их в сердце своем и в уме. Русь святая, храни веру православную. В ней же тебе утверждение. Аминь. С праздником, дорогие братья и сестры! С днем ангела нашей русской земли и русской православной церкви. Всех причастников сугубо поздравляем с принятием тайн Христовых Нов день сегодняшнего торжества и престольного праздника. А по идее, вообще всех русских храмов сегодня престол. Ликуй и торжествуй. Земля русская и сердце русского человека. И чтобы усугубить благодать сегодняшнего праздника, мне бы хотелось благодарность за труды
и благословение архиерейской грамотой наградить некоторых мирян. Потому что батюшек-то всегда видно. Вот они тут молятся, тут служат, тут крестные ходы, понимаешь, всех крестят, водой кропят. А вот мирян-помощников не всегда заметно, но их труды, поверьте, очень важны не только для нас, священнослужителей, но и для всей церкви русской. Рязанцев Игорь Константинович награждается архиерейской грамотой. Аксиос! 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 Владимир Гаврилович, Аксиос, 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 Аксиос. Капанис Валерий Васильевич, Аксиос. Женщины, Беляева Наталья Александровна, певчие, Аксиос, 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 Андрейсюк Евгения Романовна, Аксиос. Поздравляю сегодняшним светлым днем и праздником. Престольный праздник – это Малая Пасха. Поэтому Христос воскресе! Воистину воскресе! И как мы говорим у нас, Христос посреди нас! И есть, и будет! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Всей семьей, всей семьей. Проходи, проходи.
точно. Это мама, я там что-то написала.